На паркете домашнего дворца спорта команда «Спарта-НК» провела ответный поединок весьма успешно. Собравшись после досадного поражения с разницей всего лишь 3 очка, наша команда взяла реванш у «Чувакаты». Психологический настрой был правильным с первой минуты матча. Это отметили болельщики, которые пристально следят за баскетболистками и стараются не пропускать ни одной игры. Главное, чтобы у них, у девчонок, был настрой. А то прошлую игру играли, выиграли 18 очков и дали еще уйти им в отрыв. Сегодня шансы хорошие. Сегодня выиграют и завтра победят. Болельщики также обратили внимание на сильные и слабые стороны игроков подмосковной команды. В этой игре «Спарта-НК» особенно удавались дальние броски. Прицельный огонь по корзине соперниц дал свои результаты. Оторвавшись в первом периоде на 10 с лишним очков, наши баскетболистки не позволяли «Чувакате» существенно сократить дистанцию. Может быть, в цепкости. Они мяч хорошо, бывает, отбирают соперники. Главный тренер команды «Спарта-НК» Александр Васин по окончании матча раскрыл некоторые тактические секреты успеха. Ну, игра была, несмотря на то, что счет с самого начала складывался с большим преимуществом в нашу пользу, все-таки игра была сложная и напряженная, потому что над нами давлело восстановление статус-кво. Сейчас счет 1-1, и завтра решающий матч, мы будем готовиться, и поэтому я попридержал в последних четвертях основных игроков с тем, чтобы они сохранили силы и, самое главное, психологическую энергию на завтра. Самым результативным игроком нашей команды сегодня стала Соня Петрович, для которой это 6-й и последний сезон игры в составе «Спарта-НК». Я думаю, весь сезон был так. Если мы сделаем, что надо, если мы хорошо играем, мы выиграем. И это наша самая большая болезнь, но и успех. Все от нас зависит. В следующем решающем матче за 5-е место будет нешуточный накал страстей, уверена спортсменка. Болельщики после сегодняшнего матча не сомневаются в победе «Спарта-НК». Елена Филина, Михаил Глазков. Новости Подмосковья из города Видное.